Всем привет, мы с вами продолжаем играть в Jurassic World Evolution. У нас как раз исследовалась смотровая площадка, и можно будет довести сегодня везде обзор до 100%, но это не самое главное. Самое главное это то, что мы с вами в прошлом выпуске вывели очень много травоядных, и поэтому я в этом выпуске планирую вывести как можно больше хищников. То есть у нас, если не ошибаюсь, прямо сейчас есть практически 100% генома велоцирапторов, давайте проверим. Я все-таки думаю, что... Да, 94%. Я думаю, что в первую очередь стоит довести их до 100%, а потом, естественно, вывести. Давайте посмотрим. Где они у нас? Вот здесь вот как раз места раскопок, то есть... А, ждем, когда вернутся. Ладно, я тебя понял, требуется пополнить кормушку. Где, секундочку, команда рейнджеров. Давайте. Я вижу, как раз у циртозавра закончилось. Дальше, у нас приезжают как раз окаменелости. Прилетают, точнее, вау. Раз платина, два платина. Дальше у нас дракорекс, раз. Ух ты, неплохо. А где второй? Где второй вертолет? Что у нас там с ним происходит? Вот он как раз прилетел. Три платина. То есть мы просто вот сейчас так с вами подняли миллион, да? Еще немножечко дракорексов тоже извлекаем. У нас, кстати, и по дракорексам все очень неплохо сейчас получится, потому что это будет как минимум, ну, где-то 70%, наверное. Давайте все-таки отправлять теперь за велоцирапторами. Одного сюда, второго сюда. Через минутку они нам их принесут. И по загончикам, что у нас там? А, это как раз исследовалась смотровая площадка. Я хотел посмотреть. Вот здесь у меня есть маленький такой уголочек, в котором нету обзора. Но это не самое главное, мне кажется. Самое главное, что у меня нет обзора вот здесь вот. Угу. Вот это не очень хорошо, да? А так, по большому счету, абсолютно везде обзор присутствует. А если я поставлю вот так? Так же будет обзор? Точно будет. Вот сюда не могу влепить. Нет, это глупость, глупость. Здесь не встает. Вот так вот. И там будет 100% обзор. Пускай. Пускай именно так и будет. И, естественно, быстренько проведем сюда дорожку. Раз, завернем ее как-нибудь. А, в принципе, смотри, это очень хорошо, что она здесь есть. Потому что мы отсюда сможем с тобой провести дорожку потом в другое место. То есть, пускай она здесь будет прямая. Здесь же у нас с тобой продолжается парк. И отсюда мы можем двинуться в эту сторону. Вполне. Почему бы и нет? Именно так и поступим. Но прямо сейчас у нас с тобой уже есть вольер вот здесь вот для хищников. Возвращаются вертолеты с велоцирапторами, если не ошибаюсь. Надеюсь, что это что-нибудь хорошее, типа янтаря. Пожалуйста, будь янтарем. Я тебя прям очень прошу. И к нам, честно говоря, скоро могут прийти бури уже со смерчами. Но нет, это, конечно, не янтарь, но тоже неплохо. Что мы с вами вот с этим будем делать? Давайте вот так пока что отменить, чтобы вот это у нас дальше в очереди стояло. Сейчас вот это вот, скорее всего, исследуется, и прилетит второй вертолет, да? Я понимаю, что они не могут прилететь, потому что не хватает места. Давай быстрее, янтарь, давай. 3, 2, 1... Вертолет прилетает? Не прилетает, но новый жизнеспособный ген. Ладно, тогда еще немножечко подождем. Как помните, я хочу сделать обзор 100%. То есть это одно из главных условий, которые там есть в нескольких заданиях, чтобы у нас был 100% обзор. То есть у нас одна штучка пошла сюда. Вот здесь мы не можем провести с вами дорожку, это очень досадно. То есть нам так или иначе придется дорожку проводить как-то вот таким вот образом. Очень-очень некрасиво и непонятно все это будет здесь сделано. Ну ладно, уже от этого никуда не денешься. Это уже здесь не перестроишь. Можно будет станцию рейнджеров потом перекинуть. Но лучше этого не делать, потому что денег не так много. Дальше, хотел, знаете, что посмотреть? Что у нас здесь с вами по убежищам? Здесь есть обхват. Дальше, кроме убежищ, сюда нужно обязательно поставить инфраструктуру. Станции рейнджеров нет. Штормовая станция. Да, здесь нету штормовых станций. А они здесь нужны. Они здесь нужны очень-очень сильно. Подожди. То есть я сюда никак разместить не могу, сюда тоже не смогу. Смотри, у нас отель без штормовой станции получается. Ну хотя вот если я сюда куда-нибудь поставлю, прям краешком касается. Может быть так будет работать, давай поставим, хорошо. Так, у нас возвращается к мнелости, нормально. Переходим. Неплохо, так они вернулись, 300 тысяч, замечательно. Еще два велоцираптора, но нам уже не нужно, потому что на 100% этих продаем. Извлекаем всех дракорексов, кстати. Раз у нас с велоцирапторами 100%, я же могу еще раз отправить? Давайте, летите сюда, замечательно. Здесь у нас дилофозавр, хуяянозавр, дилофозавр. Пускай за дилофозавриками летят, это тоже очень нужно. Так, и мы наконец-то можем с вами их выводить, но... Ага, ячейка заблокирована, видишь? Не хватает электроэнергии куда? Не хватает электроэнергии сюда. Ну ладно, не страшно, сейчас мы это дело решим. То есть можно вот так вот поставить сюда, сюда подключить, все, электроэнергии есть. Так вот, нам нужно с тобой сейчас перейти в исследование. Заходим, нет, не укаменелость, улучшение зданий, да, улучшение зданий, электроэнергия. Вот, расширение инкубаторов. Секундочку, с кем возьмем? С Ламбертом. 8 минут на расширение лаборатории. Смотрите, мы что-то выполнили только что с отделом развлечений, я правда не понял, что. Считают товаром, но так с ними обращаться нельзя. Ладно, ладно, хорошо. Тип поведения охотится. В принципе, если мы поставим циротозавру или дилофозаврам
кормушку с козочками, а это можно сделать, почему бы нет? Ну, правда, нет, это дорого, господи, и ради фотографии ставить кормушку 200 тысяч, это не окупится. Легче просто перекинуть какое-то старое существо сюда, мне кажется. Возвращается вертолет, что там прилетело? А я второго отправил? Да, отправил, за дилофазавриком. Прилетело огромное количество денег, дилофазавр раз, дилофазавр два и велоцирапторы, которых можно продать. И здесь все истощилось. Ну, давай пока что дело за дилофазавриками. И нам просто нужно что-то сделать в эти 8 минут, пока у нас будет исследование на расширение инкубаторов. Потому что, если не ошибаюсь, велоцирапторов и дилофазавриков должно быть минимум 3. Может быть 2, может быть я ошибаюсь. И тем более нам нужно еще бриониксы выучить сегодня. А также, одну секундочку, что там с электроэнергией? Электроэнергии очень мало. Точно, нужно еще этим заняться. Электростанция. Малую. Ну, давай третью малую влепим где-нибудь. Где-нибудь где-то возможно сделать. Здесь у нас забор. Где это возможно сделать? Секунду, нужно думать, где у нас есть пространство. Вот здесь есть пространство, сюда и поставим. Так вот, поставим здесь еще одну электростанцию. Вот так вот аккуратненько, раз. Да, вроде там дорожку можно провести, все в порядке, подключились. Хорошо. Ставим здесь дорожку. И подключаем ее сюда. Дальше уже с вами будем изучать среднюю электростанцию и будем заниматься ей. Опять прилетают ископаемые, слушайте, быстро летят, молодцы какие. Просто молодцы, я даже не успеваю извлекать, с какой скоростью вы их приносите. А ты отправляешься обратно. Я, честно говоря, хотел вначале делать загоны более квадратными, для того, чтобы легче было разбираться с дорожками. Я сейчас объясню, чем эта идея в принципе хороша. Фишка в том, что нам будет легче немножечко строить дорожки и легче планировать пространство. Я, конечно, как всегда у меня это бывает, сбился с этой идеей в итоге, но мы можем к этому вернуться. Штормовая станция засекла тропическую бурю. Я тебя понял. Убежище, открытие убежища. Что у нас с вами? Кто у нас из хищников есть? Да, в принципе, никого из хищников есть. Самое главное, чтобы люди разбрелись по своим убежищам. Это самое главное. У нас пока что из хищников только цератозавр. Начинается. Хотя, может, нам повезет. Шанс есть, но он очень мал. Нет, это смерч. Это смерч. Команда рейнджеров. Давай, управляйте. Давай, беги в убежище. Как всегда нас сносит. Я, если не ошибаюсь, вроде строил насквозь дороги, нет? Я, честно говоря, не помню. Да, строил. Проблема в том, что сейчас может сломать загон у этих самых, у травоядных, и они побегут. Сооружение повреждено. Сейчас, подожди, я еду. Я еду, 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 вижу. Вон она. Вроде все попрятались. Давай, 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 тащи, тащи, тащи. Нет электроэнергии, не страшно. Исследовательский центр. Чиним здесь. Нормально, 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 все чиним. Магазин с подарками уцелел. Хорошо пошло на самом деле. Очень удачно. Дружище, ремонт. Меня сдувает. Меня просто нафиг сдувает отсюда. Ремонт ограждения. Здесь нужен ремонт? Нет. Давай, заканчивайся, пожалуйста, заканчивайся. Я сдвинуться не могу. Она просто пошла в эту сторону. Я не могу здесь сдвинуться. Ремонтируй, ремонтируй. Все хорошо, ремонт. Все пучком. Ты посмотри, это она сделала. Вот это силище. Эти, блин. Ой, жесть. Мне интересно, как их не вырвало. Они же даже не пристегнуты. Особенно тот, который сзади, да? Мне кажется, он не пристегнут. Но все, мне кажется, буря закончилась. Давай-ка, тебе просто дадим задачи. Управлять транспорт. Нет, задачи мы тебе не дадим, потому что электричества нету. И нужно все ремонтировать. Я почему здесь не могу отремонтировать? Давай, нужно все подряд ремонтировать. Что-то люди бегают. Вы что здесь бегаете? Вы почему не в убежище? Вроде все хорошо. Я могу давать им задачи? Да, добавить задачу. Можно добавить. Так, хорошо. У нас с вами, кстати, закончилось, пока я там все ремонтировал, изучение. Это хорошо, исследование. Закрытие убежища. Это очень хорошо. Давай-ка сразу поставим следующее. Это у нас будет Брионикс. Погнали. И, естественно... Естественно, сюда быстренько. Раз. Добавляем. Ну-ка. Расширение инкубаторов. Раз. И расширение... Нет, третий не будем. Нет, четвертый не будем. Бог с ним. Одного вполне хватит. То есть сейчас мы с вами сюда ставим
троих велоцирапторов. Где они? Вот они у меня. И может модифицируем немножечко геном или не будем? Ну, типа, это больше рейтинга. 74-87. Но и больше денег. Ладно, не будем. Пускай пока что будут вполне такими стандартными. Просто из-за того, что у нас с вами не так много денег, и нужно быть гораздо более экономными в этом плане. Хорошо, ждем, когда они проинкубируются. Дальше будем заниматься дилофазаврами. Здесь у нас что? Я разве их не отправил, да? Я их не отправил, точно. Они нам принесли все ископаемые, а за новыми я их не отправил. Ну, ничего страшного. Здесь, кстати, у него очень странный загончик получается, но это мы с вами можем всегда изменить. Если он сейчас вот отсюда отойдет, я здесь просто поставлю его так вот прямую стенку и все. Цертозавр. Цертозавр. Ладно, давай вот так вот раз, раз, раз. Убрали. Пока он там стоит, тупит. Мы здесь вообще поставить можем или он будет мешать нам? Можем, все хорошо. Просто ставим вот так вот стеночку прямую, раз. Дальше, из-за того, что мне вот не нравится вот эта часть, мы здесь тоже устанавливаем с тобой прямую стенку. Потому что это получилось как-то по-дурацки. Раз, и вот сюда. Отлично, все. Два прямых таких вольерчика. Дальше, окаменелости. Нифиговенько так. Очень-очень-очень хорошо. Чингингозавр, естественно, извлечь. Это продать. Это все тоже извлечь. 86% у дилофазавров. И вот это еще один дилофазавр. Отлично. Продать, продать. Вы, ребятки, летите обратно. Притащите еще дилофазавров, а? Давайте, до 100% мне. Я хочу сегодня вывести и велоцирапторов, и дилофазавров. Что здесь происходит? 50%, но из-за того, что 100% живучесть, это вот гарантированно они все три у нас выведутся. Кстати, я тут так подумал. А если мы сюда с вами поставим козочку? Есть ли шанс, что хотя бы одна козочка убежит к цератозавру? Опять же, у цератозавра давай посмотрим. Лес нормально, пастбище ему, ну, такое, типа, могло бы быть и побольше. Оно было больше, просто я это немножко ему уменьшил. Я вот что хочу сделать. Убрать немножко лес вот здесь вот. И мне кажется, это недостаточно большой загон для трех велоцирапторов, да? Мне кажется, нужно немножечко побольше. Ну что, берем с вами, наверное, вертолет Асу. Управлять. Полетели. Теперь быстренько выпускаем с тобой всех. Выпустить. Разглядывать не будем, потому что у нас сейчас на это нету времени. Вертолет Оса. Управлять. Хорошо. Я надеюсь, что он с одной уснет. Да, засыпается одной замечательно. Ждем второго. У рапторов неважная репутация, потому что люди не понимают, что они были и всегда будут альфа-хищниками. Наша задача — помочь им, рапторам, помочь понять, что мы тоже хищники. Я думал, людям понять. Дать людям понять попроще, мне кажется, чем рапторам. Находки можно посмотреть в окаменелостях. Ладно, подожди. Еще один там рядышком лег спать. Интересно, насколько прикольно это будет смотреть, когда они там втроем лягут. Где третий? Дружище, вылезай. Но мы можем, знаешь что, вертолет Оса добавить задачу вот так вот. Давай сам, потому что я его там не вижу. А этих просто с тобой оттаскиваем вот сюда. Раз, два. Ты попадешь? Не слышу. Не слышу звука попадания, дружище. Потому что он не стреляет. Окей, велоцираптор выходит. Я тебя прошу, попади в него. Полный геном. Дилофазавр, сейчас выведем. Давай. Ну давай. Ну ты шутишь, что ли? Да, дружище, давай. Попал. Надеюсь, что попал. Засыпаешь, нет? Или он попал в одного из спящих? Ты мазила, чертов. Ты чертов мазила, не дай бог. Ну ты посмотри, доверился ему, а? Он взял и сожрал адмонтозавра. А, покушал. А, критозавр, ладно, критозавр. Служба перевозок, забирайте его отсюда. Давай выведем с тобой еще одного критозавра. Я надеюсь, что он сейчас попадет по нему, потому что это прям дичь. Выводим с тобой. Это мне говорит только об одном, то что нужно добавлять ему улучшалки, потому что без улучшалок он вообще попадать не может. И закидываем его вот сюда. Дальше, кормуху я здесь поставил. Да, кормушка стоит. Ладно, давай, перейдем сейчас с тобой сюда. У нас с тобой прилетели окаменелости. Можно, кстати, их теперь отправить будет за бриониксами. Раз и два. Полетели.
Если у нас дилофазавр на 100%, даже если нам прилетел дилофазавр, он нам не нужен. А он и не прилетел. Стерокозавры, чингингозавры и еще чингингозавры. Так, возвращаемся к себе. Угу. Критозавр инкубируется. Ну ладно, придется подождать, пока проинкубируются критозавры, только потом ставить дилофазавриков. Давай посмотрим, как дела здесь у велоцирапторов. Популяция, общительность, хорошо. Лес, пастбище, комфорт, вода, еда, все нормально. Сейчас пойдет пить, кушать. Сейчас пойдет, попьет, поест, и все будет хорошо. Ну, один там уже, правда, прилетит сытенький. У второго там все замечательно. Этот велоцираптор здесь пьет. А я очень большое пастбище сделал. Ну, нет, нормально, сойдет. В самый раз. Красавчик. Вот они красивые. Тут что не говори, а вот они красивые. Вот это одни из самых прикольных здесь динозавров, конечно же. Так, давай-ка пойдем и посмотрим, что у нас с тобой происходит с динозаврами. Все прям очень-очень плохо. Все прям очень-очень плохо, я тебя понял. Нужно больше хищников. Давай, это все с тобой быстренько продаем. Бариониксы прилетели замечательно. Можно сразу отправлять еще за бариониксами. Раз, два, еще прилетели. Давай, извлечь. И извлечь не можем. Сейчас здесь закончится, тогда поставим извлекаться. Вот лучше бы она мне дала задание на скорость исследования окаменелости, а не на скорость раскопок, потому что скорость раскопок мне не нужна. Где у нас с тобой экспедиционный центр? Раз. Результативность раскопок, то есть мне нужно это отсюда удалить. Ну, заменить. Чтобы выполнить задание. Ну все, задание выполнено, можно обратно ставить результативность. И возьмем еще раз с развлечениями, наверное. Обязаны ухватиться за эту возможность. 200 тысяч единиц в минуту прибыль? Ты сейчас, издеваешься? Достигните рейтинга 1-0. Я бы на самом деле вообще отменил это задание, рейтинг динозавров, но он меня подстегивает. Он меня подстегивает, заставляет именно к этому двигаться, потому что это прям очень сложно. Не получается, черт побери, не получается. Что там происходит? Критозавр выпустить. И сразу тогда ставим сюда дилофазавриков вводиться. Вывести раз. Вывести два. Точно так же, без раскрасок, чтобы было 100%, чтобы у нас ничего не фейлилось. Окаменелости еще прилетают. И нам нужно с вами будет, наверное, устроить какую-нибудь схваточку между динозаврами, либо заставить кого-то охотиться. Так, выпускаем дилофазавриков. Теперь я вас не отпускаю управлять. Давай. Ну-ка. Попал кое-как. Спать. Спать. У этого динозавра, дилофазавра, не угу. было бинокулярного зрения. Потому что глаза располагались по бокам головы. Ему приходилось ориентироваться по запаху, как хищникам наших дней. Я надеюсь, что он точно так же, как этот, успеет немножечко отойти от входа. Чуть-чуть. Нет, прям там лег спать. Не очень хорошо, но будем надеяться, что третий выйдет. Выходит? Выходит, все замечательно. Вот тут у нас все с вами замечательно получилось. На, держи. Я случайно. Держи. Есть, четенько. Все, оса свободна. Оса может лететь дальше. А нам с вами нужно продолжать летать за бариониксами, потому что я про это совершенно забыл. Но, как видите, все действительно очень-очень сложно и отнимает очень много времени. У нас с вами уже прошло почти 3 часа. Почти 3 часа, обалдеть. И вот только-только у нас с вами появляются дилофазавры. Давай перекидывать их сейчас вот в этот вольер. Раз. Два. Три. Есть. Теперь нам нужно сделать следующее. Загоны. Выбрать вот это крепкое ограждение. Нет? Легкое стальное. А я еще не выучил крепкое ограждение? Подожди. Давай. А, я понял. Я хотел выучить, а потом перекинулся на что-то другое. Ладно, потом сделаем. Я предлагаю, знаете, что сделать? Вывести динозавра. Выведем одного стратитомима. Есть. Дальше мы с вами берем осу. Отправляем усыплять вот этого. Ну, без разницы какого. Но, в принципе, к велоцираптору можно закинуть. Да, потому что там более-менее голод набрался. Стратитомим. Раз. Стратитомим пошел сюда. Дальше. Здесь стратитомим. Что там происходит? 94, 95, 96, 97. Окаменелости прилетели. Выпустить динозавра. Быстренько идем окаменелости. Продать. Излечь. Продать. Что так плохо? И там, скорее всего, все... Нет, еще... Да, все, все выработано полностью, я понял тебя. Отправляем сейчас сюда еще раз прилетели окаменелости. Ладно. Барионик, скорее всего, до 100%. Я тебя понял, уже только продавать можно, да? Ладно, потом проверим. Давай-ка быстренько возьмем с тобой команду рейнджеров, управлять транспортом. Поехали туда. Я надеюсь, что он охотится, черт побери. Охотится, ну наконец-то. Просто наконец-то. Отличное фото. В
Но это было на самом деле не самым приятным заданием, потому что они очень редко охотятся. Так, я хотел сделать другое. Я хотел взять забор, взять вот такое вот ограждение, включить замену и просто заменить вот это все здесь. Раз. Чтобы все ограждения, где живут вот эти вот психопаты, они были более-менее такими крепкими. И, кстати, здесь тоже это все нужно сделать, хоть это и дорого, но нужно сделать обязательно. Все это дело улучшаем, иначе потом будут проблемы. А потом вообще, может, в бетон закатать придется, не знаю. Улучшение, улучшение. Здесь. Нормально, отошли они от забора, наконец-то. Можно улучшить. Все? Вроде все улучшил, вот здесь еще. Все, хорошо. Получите прибыль в минуту 200 тысяч, это прям сложно получается, прям реально сложно. Давайте посмотрим сейчас быстренько в окаменелости, если не ошибаюсь, у нас с брениксами, да, 100% по брениксам, то есть можно продавать. Стеркозавра извлечь, это мы быстренько с тобой продаем. Неплохо, по деньгам вообще все хорошо, 5 миллионов 800. Естественно, отправляем с вами их обратно, ну в смысле вот за бриониксом пускай один разик слетает, там можно будет продать. И за стеркозавром пускай летит. Но для бриониксов нам с вами нужно строить новый вольер. Но пока что, наверное, на этом этот выпуск с вами завершим. Мы сегодня вывели с вами велоцирапторов и дилофазавров. Вроде немножечко улучшили разнообразие в парке. И в этот раз все получается быстрее. Мы к третьему часу уже имеем полностью исследованных бариониксов. То есть мы можем пойти сюда и сейчас прямо двух бариониксов поставить выводиться. Но разместим мы с вами их уже в следующем выпуске. На этом все. Если вам понравилось, пожалуйста, поставьте лайк. Не забывайте подписываться, чтобы не пропускать на выпуски по этой игре, а также другим играм. Удачи, друзья, пока. Увидимся в следующем выпуске.